На берегу Янтарной Балтики проводилось всесоюзное первенство и разыгрывался Кубок страны по художественной гимнастике. В Таллине собрались грации со всего Советского Союза. Чемпионка мира Елена Томас из Волгограда. Из подмосковного города Жуковский абсолютная чемпионка страны Ирина Девина. Призер всесоюзной спартакиады школьников, десятиклассница из Вильнюса Даля Куткайте. На победу настроились и десятки других именитых спортсменок из многих городов страны. Согласитесь, очень эффектный этот вид спорта – художественная гимнастика. И не случайно этих хрупких, словно фарфоровые статуэтки девушек мы назвали грациями. Сколько изящества, обаяния в каждом их движении. К тому же художественная гимнастика теперь включена в программу Олимпийских игр. Уже первые упражнения показали, что одной из претенденток на победу в розыгрыше кубка стала Елена Томас, которая отлично выступила с обручем. Уверенно выполняет упражнение со скакалкой Даля Куткайте. Великолепная композиция и у Ирины Девиной. Но в самом конце у Девиной досадная ошибка. Даля Куткайте в упражнении с лентой получает лучшую оценку. Шестнадцатилетняя школьница из Вильнюса, превзойдя всех соперниц, впервые стала обладательницей Кубка страны. Теперь у наших граций серьезное испытание – чемпионат мира в Мюнхене.